О, 4К. Классно. Я там вчера, короче, на подлодке начал плыть. Нашел там деталь, нашел, короче, топливо. Все, мы на подлодочке. Ой, здесь еще и управлять подлодкой надо, блин, офигеть. Вообще, в третьей части очень много уникальных механик интересных. Мы сейчас реально в океане плывем, прикинь, под водой. Вообще ни разу такого в гирях не было. Man, this is beautiful. I've had my fill of ghost towns. Okay. We're close to Azura, so we'll hit the mill. Слушай, ну я не знаю, что сказать, что красивее. Все же третья гири под апскейлом. Oh, ну не под апскейлом, а в 4К. Либо... Да? Everybody man the pods. Diz, чего? Nice and easy. Но она как первая, да, она как первая. Первая еще более серая, если брать не ультимейт. Так, ну ладно, как ты думаешь, что я купил в Microsoft Store? Что? Кого? Брат, это был пранк, что, не понял? А вдруг я бы реально не услышал, а ты бы согрелся. Затопленный город вообще какой-то офигенный. Красота вообще. Hey, охренеть, прикинь, тут на подводной лодке реально прям подводный геймплей. Я уже, кстати, близок к финалу. Вроде как. I see him. Слушай, мне кажется, мы с тобой хорошо сегодня первые поиграли. Но мы далеко достаточно прошли и, в принципе, без особых каких-то проблем. Разве нет? Или тебе не понравилось? А, у тебя там тяжелый момент. Блин, братан, зачем ты соло проходишь? Оставь, блядь, мы потом до нее доберемся. Че ты паришься? It's okay. I can pick out the real big stuff on the sonar. Anything trail on us now? Nothing on sonar. Dizzy, how's the sub holding up? Nothing's busted yet, ma'am. We're okay. Блин, офигенная субмарина. Левиафан. Тот самый, с самого начала игры.
Слушай, а Гири 3 вообще пипец разнообразная на самом деле. Здесь так много всего происходит. Почему ты игру застрали? Ну, Логану, да, там вообще пипец это сделал, я точно помню. Еще бы громания, естественно. Где, в Джаджменте? Да ну он сделал в Дискорде? А, ну ладно, потом. По поводу чего не ответил? А, по нашей этой? Я понял. А у тебя защита в помещении, да, какого-нибудь? Ну да, да. Чё, как думаешь, выйдет в 22-м году Гирзы 4? Мне кажется, 100% выйдет. Мне кажется, прям вот 100%. Ну, 3 года срок разработки, братан. Все время он такой был. Мне нравится то, что они слишком с большим количеством здоровья. Они слишком много выдерживают. Пускай лучше быстрее бы убивали бы еще, но... Вот они так попомнят долго. А в контроле какие уровни сложности? Я так для друга спрашиваю, я не купил, естественно. Хорошо, что Алмаки по геймпасу идет. Можно его тоже оформить будет, пройти. Но... Как не идет? Вы что, убрали?
Ты не мог бы еще посмотреть? Ты больше сам не мог хотя бы играть. Я думаю, вряд ли его уберу. Может быть, я на первых нет, не могу сейчас на стриме посмотреть. Пойму. А что ты там за Софи уже отыграл? И чё, как? We're gonna have to knock hard then. Come on, blast those doors open. В плане, а чё ты включаешь? А он тебя чё, скачивает? Походу минус геймпас, да? И чё, сколько он стоит? Почему? Игра 2008 года. А, нет, 2010, извиняюсь, неправильно сказал. 2010. Ну, блин, да ладно. Вон Алиса тоже без 4К апдейта была. Игра уже как-то. О, Йелта Рена из онлайн. Это ты что там сделал? Это быстро, как ты? А сколько ты сегодня мне играл? Мы же с тобой не так далеко ушли. А тоже с Софией прошел, как так? Конечно. Чивочки падают. Окей, Дизи. Обошкаться. В смысле, почему? So the government shit people out here? Nice of Prescott to keep us in the loop. Yeah, the important folks. Ты же просто ценитель. Didn't save them, though, did it? Не, падал классный. Классно, чел. Из UAR. That might be our only way out. Dizzy, take her down. Он походу доехал на остров. Что с своим отцом-то увидится хотя бы? Блин, 4К реально решает. Когда у тебя все супер четко. Упаду-ка? Anya, you're navigating. Where's the maelstrom generator? Up there. That's the train station. Let's follow the tunnel. Окей, go. Я, кстати, вчера на нормале умудрялся умирать даже. Окей, forget stuff, smoker. Светящиеся пушки. Он загорается на арбалет. Красота. Блин, братан, я даже не знаю, буду ли я вообще запускать или нет, если честно. Я уже на четвертом так думал, но я типа зашел в 60 кадров. Когда ты Black Ops 4 играл,
Просто чтобы на аннигилятор посмотреть. Аннигилятор меня сцепил, но ты сам видел. Я немного там даже поиграл, да? Но насчет пятого я вообще не знаю, что им нужно сделать, чтобы я зашел. Ну, разве что только если сам понимаешь, какой-нибудь этот добавит. Сламс, например. Но эту игру уже не спасет. А, ты мне про хорошо, что мы с тобой добавились в этом в Xbox 360 все же. Ну что теперь в любую игру вот такую заходишь, и там можно будет это спокойно заинвайтиться. Тут поезд какой-то пришел. Вам рам ярко. Что там? И точки выпустить. А че, кто-то выставляет на продажу? Просто чтобы кредиты получить. Че, Forza совсем прям крутая игра, да? Да не, это какая-то хуйня. Выкупил что ли? А почему выиграл? Все, поезд разъебан. Trains block the tunnel. Where the hell are we gonna go now? Anya, is there a way around this? Thank you for your patience. Anya Tokoa. Anya Tokoa, over. The radio screwed until we shut down the maelstrom. Well, I'll keep the channel open anyway. Anya! Anya, is that you? This is Adam Phoenix. Can you hear me? Professor! Adam Phoenix. We hear you. Thank God. Prescott found you. Can you see the security camera? Yes. Can you see us, Professor? Anya? Oh, you've changed. Where's Marcus? Did Marcus make it? Dad, I'm here. We've come to get you out. It's good to see you again. Is Dom with you? Wait, how did you get that scar? Later, Dad. Where are you? I'm locked in my laboratory in the hotel tower. I need you to get me out so I can deploy the countermeasure. I'm running out of time, Marcus. We'll deal with the grubs, Dad. Hang in there. Останешься, мистер Ми? No, I mean the emulsion, the lambent organism. It's about to reach a critical stage in its life cycle. I've got to destroy it before it matures and wipes out all life on Sarah. You lost me at life cycle. It's not a fuel, Marcus. It's a living organism. It's turning everything lambent, including us. It's a parasite. So you can kill it. Yes, that's it, exactly. Оказывается, lambent это не материал. Countermeasure to kill it without harming the locust. But there's no time left for that. We need to shut down the maelstrom first to land reinforcements. Where do we go?
There's a train that'll take you straight to the facility. Yeah, we've got a problem with that. The tunnel's blocked. We need to bypass it. There should be a maintenance tunnel alongside it. I can open the door for you from here. Get to the beach, and you'll be able to see the tower from there. Dad, try opening it. Ну, как ты хотел, чтобы вообще без трудностей было. We're in. Marcus, you sent reinforcements. Are you two on your own? Это ты кривова, а в смысле пассивный кривот, согласен, брат. You'll meet them soon enough. If there's just four of you, try to find a silverback. Так что запусти, попробуй, я-то проходил, блять, эту миссию в 2007-м, нахуй. Понял. Yeah, we see it. Не, не на безумие, это нормал было. По-моему, нормал было. Когда я первый раз играл. И сейчас она спокойно проходится. Последний трек, который был. Мы все хп вначале проебывали, потому что не реагировал вовремя. А потом все нормально стало, блять. Мы уехали, у нас здоровье. На пикселе оставалось, опять же, потому что последний бой проебали. И если бы я остался на месте, мы бы умерли. А я вперед уехал, все бы целый. Нормально. Нормально сработали. Че ты паришься? Че ты вайнишь? Тусич. Мы тут на роботе делаем раш. Ну это, кстати, последний акт, насколько я помню. Точнее, как насколько я помню, насколько я понимаю, логично сказать, потому что я же не прострел, держит и все. Блин, трешка вообще классная, там вот события прям вот реально, и очень много динамики в разных действиях, то есть, ну не вот просто все время идешь и стреляешь, то есть у тебя разные вещи происходят все время. Better unbuild it before Cold shows up. Dad, are you still receiving? I can hear you, Marcus. Famous! Look at that! Блин, как уж ты только до ужина сидишь? Я надеюсь, в выходные ты не будешь так скрываться здесь? Так, сходи к игре, ладно? Алло, братан. В выходные будем ебашить? Давай я в Форзу. Форзу никуда не денется. Будет, может, много чего сделано. А герзы надо оформлять. Пока желание есть и пока настрой есть. Потому что если туда-сюда бегать, будешь херови играть. Будешь скилл терять. Так ты нормально играешь, так? В принципе. А тут заходит Нера, а ты не рад, да? И врубает безумие. Не знаю, мне кайфово. Я люблю таких монстров преодолевать. Какой? Какой синий? Синий же уже был. Это прям официальный релиз? Почему 5 карт?
А лепестки они не хотят добавить? Буду дальше войнить тогда. Они хотят свой дуэлсенсор, но мы упираем их, да. Что именно подобное? Адаптивные триггеры или что он имеет? Oh, yeah! Блин, я даже не знал, что патчи выходили на вторые и третьи гири. Когда я их проходил, я-то их проходил по-другому. Dad, know any back doors? The access is blocked. There's nothing on the schematics, Marcus. Odd people can fly. Keep looking around the caves. Damn thing's right in front of us. There's gotta be a way in. Train tunnel. Ну, 60к, прикинь, серия секс. Не, ну понимаешь, мы как судим? Мы судим так, что я, во-первых, вообще в самом лучшем варианте купил, у меня предзаказ был, да, и я взял серия секс, ты взял серия С, да, по сути не покупаешь. Прохорус также. Но люди, которые сейчас сидят на ПК, и которые им за апгрейд надо сейчас 1150 отдать, да, своего компьютера, который у них и так неплохой был, да, то понятно, они еще по-другому мыслят, братан. Понимаешь, о чем я? Но я ненавижу вот эту херню. Мне не нравится то, что ПК игроки приходят на консоли. Это плохо. Ну ты сам. Да, они переходят с клавиатуры мышью, это плохо. Закругляться. Еще рано. Блин, мне опять хотели лансером запилить, прикинь. Моб прям на меня бежал. Есть. Не, обнаглели. In here, but it ain't because of us. They're running scared of the Lambent. I know the feeling. Come on, let's go. Follow the track. You know what they say about the light at the end of the tunnel, right? Yeah, it's a bloody train coming the other way. Everybody off the tracks. Well, там поезд ехал. Прикольно. Oh, shit.
Кстати, третья часть мне не показалась супер длинной. Я же понимаю, что мы уже в конце практически. Но, блин, она очень динамичная. Здесь столько всего разного происходит, но она прям реально очень динамичная. Чё, кэмэо ты посмотри. Ну, давай хотя бы твою Лиану найдем, которая такие кемпы. Она по-любому должна быть идти на Лиару. Можно ее заказать по цифре. Но я думаю, там долларов 40 максимум нужно. Foolishness, Dante. Foolishness. Might Dad, we're in a loading bay near the rail track. We need to find a way up to the top of the cliff. Так, ну давай. А, этот Берт мой. Okay, I see it. DB-DB-MDB. Мне кажется, Coltrane 100% есть. Я вот прям в этом уверен почему-то. With all the scientists. No wonder they disappeared. We thought they'd been killed. Yeah, we did, didn't we? Доминик есть? Или кто? Да ладно. И чё, как он тебя подписал? Что, Доминик from Gears of War, да? Доминик. Guys, this ain't the top floor. Might be an ambush. Come on, keep your eyes open. Hold them on. Слушай, но давай посмотрим это. Берда. Он же Бейнер. Я скорость это подобрал. Как-то БР да нет? У Coltrane 100% есть, братан, я прям чувствую. 8. Сколько? А что он себе еще пометил? Что он себе еще пометил? Что он написал? We're nearly there. Come on, take those assholes out. Ламар отдыхает, да? Эх, дорогие нынче Coltrane. Да, брат? Кого? А Доминик есть, да? А, этот, JD. JD, посмотри. А вы здесь? Не, Лоура Бейн это есть, она кстати Кейтер есть, знаешь, да?
понял, это сэмплы есть какие-то? Дэл. There it is. Wonder how many years it took the government to build it. And when they were planning on sharing it with the rest of us. Темнокожий типчик из... А, нет, похуй на него. Короче, знаешь, на кого не похуй? Этот, блять, его зовут, короче, как его зовут? Фаз. Его зовут Фаз. Охуенный тип, блять. Он такой, блять, вообще. Он на Берду очень похож. А, не, он в пятый появляется. А ты что, поигрываешь, что ты смотришь? Я думал, ты отдельное имя актера вбиваешь, а потом вбиваешь на камеру. И как ты делаешь? Он в пятом. Фас, посмотри. Очень классный тип, блядь. Я звучу классно. Кто озвучивает? Какая лава сверху. Не понял. А лава Кирк озвучивает. А, окей. Я подумал, что она этого фаза озвучивает. Маркус, you've got 1, 2, 3 generators to shut down. А? Че? They're in the basement. Let's hope the elevators work this time. Ну, вообще, в пятом гире у Батиста скин есть. Come on, let's find the generator room. Nice. Кто? Фаза. F A Z. Any advice, Dad? You need to throw 3 switches. That shuts down the whole generator by stages. But there'll be locusts in there waiting for you, Marcus. Fine by me. Dad, I'm sorry. I should have saved you from all this. God, I tried. Don't, Marcus, please. I'm the one who needs some forgiveness. I've cost you everything. I can see it. Dom's gone. Marcus, I wish I could bring him back. But all I can do is make sure you all have a future. Так что там с фазом? I won't fail you this time. I promise. Похуй, брат. Да похуй на твою. Ой, в смысле, брат, реально сочувствую, пиздец. Бля, тут у локустов, короче, лансер валяется, такой же, как у меня, только у него просто патронов убирают. Но он горит красным, короче. Ну, у него же красный цвет. Но это тоже лансер обычный. Интересно. Yeah.
Что умыться? А, понятно, я тебя понял. Я вообще не знал то, что там, короче, кооп есть, пока это вообще прикольно. Бля, я, наверное, короче, в 30 кадров буду пытать контрол. А то гири меня зарядили в 30-ку, но просто ретрейсинг, сам понимаешь. Ну там, кстати, по-моему, RTX вообще в Quad HD работает. Там, блядь, не 4К, по-моему. Marcus, the maelstrom still working. What happened? Well, we shut the damn thing down. Is there some other power supply? The Locust must have a backup supply somewhere else. Ah, shit. That could take hours to find. Cut off the coolant. That'll take the generators offline. But it'll cause one hell of an explosion. Well, that works for me. Come on, let's find the house. Да, батя классно у него. Ну вот он такой весь брутальный, все такое вояка. А отец у него ученый, прикинь. Блин, мне очень нравится Gears of War, блядь. А тебе, блядь? Нет, Беттер, ты скажи, вот если человеку нравится, он говорит об этом, а не просто такой, а, ну ладно, нормально, да, ладно, поиграю. Вот мне прям нравится. Мне прям этого не хватало, возможно. Sweet. Прям рад то, что я сейчас опять в это занырнул. Хоть в коопе поиграю, блядь, впервые в жизни. Молодец, что согласился с первой играть. Я там ачивок уже наполучал, братан. У меня все четко. 20 тысяч джипоинтов уже копил в общей сложности. Че, контрол у тебя на пластиком пройден, да? Пластин сложная в контроле? Или идиотская? Или нормальная? Там торпеда тоже есть, да? Revive me! Best experience. Слушай, ты знаешь, вот сейчас вот уже вот начало августа, блин, братан, а вот все равно патча на киберпанка нет до сих пор. И анонсов никаких нет. Как-то, да. Да нет, до сих пор не вижу. Игра настолько сильно хейтится, братан, что каждый раз, когда какие-то посты выходят по ней в Твиттере, да, от программы, по статистике какой-нибудь или еще что-нибудь, там прям отклик пиздец. Хоть и отрицательный, но...
Ну, не очень хорошо. Там прям мыло. Это если в перформансе играть, да и вне перформанса тоже на меньшем уровне. То есть DLC ты вообще не видел, да? Действия. Ты не знаешь, что там происходит, у тебя это новое. Тогда не спойлери меня. Мне кажется, второй DLC, где там... Ну, естественно, понятно, что я очень не могу поиграть. АВУ, АВИ, ебать. Мне кажется, там самое классное происходит. Не знаю, что там в первом DLC, но ничего особенного. Какой фон? Потому что там я даже не знаю, чем заканчивается. Мне только Андрей рассказывал, что там типа вроде она становится лидером бюро. Но опять же, такой себе спойлер, потому что я же не знаю, какие события там происходят, какие ключевые персонажи, кто там что сделает, кто там может подставить, кто не подставит. Ну ты понял, короче. Мне это никак впечатление не испортило, то есть я не считаю, что это какой-то сверхспойлер. Ну, станет она и станет лидером, я же все равно нихуя об игре не знаю. Okay, Dad, stand by. Wow, look at that. Instant summer. Anya to Cole. Baird? Anyone receiving? Hey, we heard that explosion 5 clicks out. Having fun? Baird, where are you? We inbound, baby! The Navy's here! Whoa! Bloody hell. They found the UIR. It's a Garazny ship. Yeah, we have a UIR тоже помогает. UIR, короче, выступает вместе с Когом. На кораблях тут. О, а вот Берт Кол. Блин, Берт и Кол такие классные, блин. Вот они реально как не разлива, вода. Помнишь, вот мы когда сейчас их в первой части встретили, Доминик начал что-то выебываться там на Берда, Кол сразу же за него вступился, то есть моментально, типа, то есть это братская дружба. То есть Доминик за Маркуса, Кол за Берда. Эй, где Дом и Дизи? Дизи взял субмарин офшор. Дом... Дом не сделал это. Да, Дом-то давно умер, кстати говоря, с этим текущим моментом. Но он сейчас объясняет просто Берду и Колу. Он давно уже умер. Сэм. Take care of yourself, okay? Yeah. Да. You too, Bad. О, Сэм с Бердом мутит, походу. Okay. Бля, я про все всё делал, чего мне сказал. Просто он взволнуется, наверное. One way or another. Mm-hmm.
So you got Jack running. Бля, как красиво. We're gonna need him. Yeah. He's got a... Слушай, пойду водички себе налью, ладно, сейчас приду. Эй, йоу, из Доминик. My name is Мартинес. Беттер. Доминик, классно. Блин, прям штурмуем остров и охренеть. UAR тоже с этим объединил с Хогом. Это вообще какая-то солнечная локация, прям, бля, очень сильно напоминает начало пятых гирзов. Скамеечки разрушаются. А? Что говоришь? Кто разносил? Логвина? Когда он разносил? В общем обзоре? Сейчас.
Чё там? А? Не, ну там все нормально или чё? Да, голос шарится. Тогда скажи просто шарится. Брат, слился, да? Нет, там огромно. Ну вот попробуй сейчас, протестируй сам. Запусти гири, например, да? То есть ты все это время сидел без... Mass Effect, пацаны, я купил Xbox, играю в Mass Effect по обратке, я купил себе Xbox, играю в Legend Edition. Нет, ты чё ты? Да? О, блять, он только что своего тиммейта зарезал лансером. Вот это угарно было. Да. Но я уничтожил чувака, я ему шею перерубил, он взял его, зарезал. Okay, move out. Let's put those assholes out of business. Оказывается, мы не все катапульты снесли. Не так все просто. Yo, check out this fancy shit! It's a goddamn five-star hotel! Yeah, but look what happens when you don't tip the bellhop. The future of Sarah rests with you. Whoa, what the hell is she selling? Our most valued citizens will rebuild humanity. Azura was a bunker for the Kong's elite, so they could hide until the war. Тебе надо, кстати, киберпанк будет купить, когда на скидке будет, потому что на Series S-то он нормально идет. Вот, жди. Прицепец. Даже не в кадр, жди, там еще получше разрешение. Плюс-минус. Their coats were white or not. This is the last Kong base the grubs would find. Makes sense to evacuate your key scientists here. Like Prescott evacuated your father? Потому что мне монитор покупать, yeah, да? Maybe. Dad, it looks like they've killed everyone. I think I was the only human they needed alive. Marcus, I can explain about Mira. Dad, it can wait. Where are we? You're near the hydroelectric dam. You've still got some way to go to reach the tower. Давай, Dad, we're coming. Надо. Давай, Петров.
Отлично сегодня поиграли, вообще, по-моему, согласен. Давай, жду тебя сейчас. А я тут прохожу этот скучный особняк, как бы очень цветастый, вообще легендарное завершение серии, и вот такой особняк, да, чем так делается? Ну, вот, посмотри, завтра будет. Там последний остался, это Сиджбист. Dad, once we get you out, what do we need to do to activate your weapon? I've got the command keys here. That's all I need to trigger it. Professor, this is Damon Baird. How does this thing work? Ah, Baird, yes. Prescott mentioned you. Think of it as a neutron bomb without the blast. One that only kills lambent cells. In all of us. All righty then. Looking forward to that. Вперед туда, я не сюда пришел. Окей, погнали. There it is, the last siege beast!
Reinforcements waiting! Оставшихся противников надо раскидать. Phoenix, to all call signs. You're clear to land. Let's get rid of this thing. А что он с остальными сиджбистами сделает? Ну он. Trescu, the Starks have shown up. You got a visual on us? They're appearing everywhere, Phoenix. Stand by. We are diverting a Raven to your position. Just get your father's weapon deployed and finish this. Okay, run! Get to the building now! Oh, жесть. Marcus, can I ask how, the bomb works? Didn't my father tell you that? No. Dom. I just want to know. Let's just get through this first. Will you look at this place? I really thought I knew Prescott. It makes me sick to think he had this $1 trillion panic room all those years while we were starving and dying. But he stayed with us all that time. I don't get it. Got something. So the professor says we're all infected with this lambent shit? Everything and everyone. Emulsion's a parasitic life form. God damn. The friggin' miracle fuel's alive. Can he really kill it all? Hey, we came all this way for Marcus's dad. Show some goddamn faith. Well, at least I'll die knowing I guessed right. You're not gonna die, Baird. Nobody else is gonna die. Has your dad tested this bomb thing, Marcus? Can we kill this goddamn noise? Okay, Faith. Yeah, got it. Блять, реально какой-то огромный отель, в котором Чермен Прескотт, блять, сидел, короче, отдыхал. Понимаю. Ну понятно, сейчас, прежде чем мы туда пойдем, куда надо, мы еще через здорового противника пойдем. Бля, ну как красиво издалека смотрится все это, пиздец, вообще просто 4К, блять, пиздец. Yeah, she's been on our asses the whole way. Stand by. Nice. Back. Get up. Incoming. How much longer? Bring it.
Revive me! Order! Так, ну, Фер, Саня is here. That's good to know, Саня. How you doing? Блять, они от мортир дохнут. Revive me! Revive me! Графон вообще просто. 2011 год. Нет, все, блядь, серьезно. Я точно помню, их не было раньше. Вот, блядь, вот. Само они пробиваются немного, потому что ЗМТ-шка-то у них есть, но, блин, практически нереально. По-моему, их надо взрывами дамажить. Я представляю, сколько проблем они будут создавать на более высокой сложности. Так, это вот тут маркер расставляет, да? Inside and barricade the doors. Look, if we've all got a dose of this glowy emulsion, isn't your dad's bomb or whatever going to affect us too? You know, fatally? You think he'd risk that? It will work. Don't worry. And trust me, Corporal Baird. I've tested it. Капрал? То есть он не рядовой сейчас уже? Так он вообще лейтенантом был? Lock the door! Come on, quick! That won't stop us, Doc. It'll just piss off the drudges for a few minutes. Well, that'll have to do. Dad, we're in. The Lamin are right behind us. Where's your lab? On the top floor. Watch out for Queen Mira, Marcus. She's desperate. Dad, what's Mira up to? In your message, you said she doesn't realize you can't save the Locust.
This is a last stand for the Locust too, Marcus. My device will kill the emulsion, but it'll harm the Locust too. I'm not seeing the downside here. I needed more time. Just like Kide. Yeah, we'll talk about it. Hold on. Eden. Quiet, people. Grubs up ahead. Marcus, we ain't sneaking past them, are we? We got a score to settle. Yeah, we have. Surprise, bitches! We back! No fear, kind of bursts here, man. Хорошо, что в более поздних частях они сами по себе не встают за ними. See the elevator cars. Must be at the top. Shit. Who they build this for anyway? It's a freaking palace. Thanks, Prescott. Good use of my tax. Ah, shit. Bear, fix this. Marcus, I'm responsible for so many deaths. This is where I can put some things right. You didn't start this war. You're ending it. There was a time when I thought I could talk our way out of it. What happens when you set off your glowy killer, Professor? Are we gonna feel anything? That depends on how far the emulsion has colonized your cells, Damon. Do you have a fever? Intense muscle pain? No. Then you'll be fine. Or not so fine, maybe. Damn it, Jack! Where are those elevators? Taking the old sweet time. It'll be slow going up, too. Just saying.
ничего не боюсь. Иду вперед. Museum of Ephira. Prescott saved friggin' statues instead of us, assholes. Nice to feel valued. Come on, brass them up! Keep them off the lips! Интересный уровень. Рофл какой-то. Аня, you okay? I'm fine. Don't worry. Cole, we're on the floor above you. We're on our way up, Marcus. Они наверху оказались. Dad, we're still a couple of floors below you. I can hear the locusts right outside my door. They're waiting for you. I won't disappoint them. Come on. Там наверху реально дрявит. Son you are, but I can't let you release your father. Come on, keep heading upstairs. Marcus, I gave your father nearly 20 years to deal with the Lambent. He will deal with it, but not at my people's expense. Mira said 20 years. Anyone else here 20 years? Because that was before EJ, right? Don't listen to that bitch. Get upstairs. Split up. We need covering fire. Stop.
Listen to me, Marcus Phoenix. I will not let my people die. We have a right to live, a right to this world. Your father must complete his task. Well, that's one thing we agree on. Hey, look up there. Splat. You want to bring down the roof? No, no, just the counterweight. See the cables? Good call. Come on, they've got to be anchored nearby. It'll make the building unstable. Beats being roasted. Че я дурал вот так вот подниматься, нет, ты серьезно. А что здесь будет на максимальной сложности? Как вообще передвигаться? Берт, понимаю, брат. Лохамер я же. Да, это лохамер. Здесь жестко, конечно. Вот этот пятый акт достаточно длинный оказался. Я не думал, что он таким Marcus, прям длинным будет. We ran into mirror. Problem solved. We're on our way. Solved? You mean dead? That was the idea, Dad. Yeah. Вдруг окажется, что мира это. I see. Дядя, жена Феникса. Are the grubs still outside your lab? Yes, they'll be covering the elevators too. Find another route. There's a service hatch in the shaft somewhere. We're looking. Jack, slow the lift. That's it, Jack. Stop the lift. Okay, I really need to know what Mira was yapping about. She knew your dad before E-Day? How? I mean, she looks human. Did she join the Locust Country Club for shits and giggles or something? The bitch was just jerking his chain, man. Maybe not. The grubs are waiting for Elevator A. So... Ретро-лансер дырявит, ну? С дикой отдачей. Dad,
музыка такая эпичная. I think we're outside your lab, Dad. Okay, let's follow the wires on the floor. There'll be more grubs waiting at the end. One lock down, Dad. One more to go. Two, Dad. We're heading back. Так, ну. Marcus, Anya. It's good to see you again. I never thought I would. I'm so sorry about Dom. Hard to know where to begin, Dad. Yes. I always wondered what I'd say to you if I ever saw you again. But we always run out of time. Just my insurance. It won't work without command keys. The same failsafe I designed into the Hammer of Dawn. I'm an old hand at mass destruction, aren't I? I've had years to think things over, Marcus. You and Anya, all of you, live your lives to the fullest when this is over. Promise me you'll all do that. No regrets, no looking back. Yeah, sure, Dad. We better get going. If the emulsion hadn't reached a critical stage, I might have found a way to save the Locust as well, and they could have gone back underground. Tell me you don't feel sorry for them. Responsible, not sorry. It's my fault they're here, Marcus. I failed to stop the emulsion spreading all those years ago. It drove the Locust out of their warrens. I tried to persuade Mira to keep her people underground, but they couldn't. So then... Wait. Did I hear right? The government knew E-Day was coming, and none of you bothered to warn us? No, just me. Even Prescott didn't know. Not until much later. I had so many ideas. Just too little time. Dad, stop this. Come on. Well, what else don't we know? You're a scientific man. Look at this later and try to understand what I wanted to do and what I had to do. Yo, less talking, more walking?
Бля, это очень классный автомат. Какой-то разочарование, какой-то особняк на GTA Vice City. Согласен, да-да-да. Рели, ну. Какой-то отец Маркуса. Вообще неинтересно. В какой элеватор-то, блядь? Серьезно, нахуй? Там же жопа полная внизу. Мы с крыши будем спускаться, прыгать. Мне кажется, это будет логичнее. А, мы, наверное, будем на крышу подниматься. Окей, фейк, я гард. Да, это крыша. Лэмбиан тут пиздец, если это с ним. Ну да, раз уж даже в конце игры его UR. Типа. Поганая тупая, знаешь, не просто так это. Классный тип, кстати говоря. Thank you.
поймать его. Я не понимаю, как она позволяла ему в течение 20 лет разрабатывать вот эту вот машину и так далее. То есть, ну, как бы, тут не совсем понятно. Ну да, она безумная, тут вот этот лазер и это... Просто пипец вообще. Особенно в предыдущем бою, где там надо снести балки. Revive me!
нравится, блядь. Ты не знаешь, короче. Ну, уже, да. Keep you dead as dead. Этот ламбент. It'll be at full power soon. Professor, you said you tested this. How? On myself, Damon. I had to see how the emulsion developed over its life cycle. So I injected myself with it to accelerate things. Oh my god. Dad, we saw what it did to humans in Mercy. Let's go, Dad. This tower's too unstable now. I'm sorry, Marcus. I'm not going to make it. It's okay. I'll carry you. Marcus, the emulsion developed faster in me because I forced it to. I had to find out how it reproduced. What are you talking about? Oh, shit. No. You are not going to die. It's too late, Marcus. Every cell in my body's breaking down. And this is going to happen to every contaminated cell on Seraph. It has to. No, goddammit, I can't lose you again! I'm glad I was able to see you again, Marcus. Now go and live for me. Охуеть просто. God! Ебать, он в ахуе просто. Пиздец. Сначала дом. Да и не только дом, там уже много кто был потерян. He's gone. He's gone. Hold your fire. Ah, so pious and immoral, even now. Is that what you think? Your father always thought he had all the answers, but he had none. Nothing but clever ways to kill. The Hammer of Dawn. Jacinta. And now this. And his arrogance finally killed him. Feel that? That's from Dom. And everyone else you killed, you bitch. Это было эмоционально. Блин, ну вот это классно, реально. Ну, тут теперь понятно. Блин, теперь на четвертую часть ведь по-другому можно посмотреть вообще. Отъехали хотя бы. Ну и локусты тоже. Но они там просто кристаллизовались, на самом деле все равно выжили. Спустя там 20 лет они опять это. С
ну, скажем так, эта королева, она это все, ну, не планировала, но, блядь, короче, сложно, сложно там, ну. Ломбинты просто сдохли, а вот локусты, они, скажем так, затвердели просто и все. Тут так можно назвать. Ну, на момент 2011 года мы, конечно, этого еще не знаем. Граб Киллер. О, это Клейтон Кармайн. Тот самый. Вот пятерка появится. Легенда. Ну, девка его. Сэм. Вот почему он ретайрмент-то возьмет. Полноценный. Блин, реально без бандана его не видели, нахуй вообще. Он все время в бандане. Маркус. Whatever it takes. I'm here. What's left, Anya? What have we got left now? Tomorrow, Marcus. We finally got a tomorrow. Концовка получше, чем Mass Effect 3 будет. Ну, я судить не могу, но я понимаю, что там какая-то клаун-фиеста. Но это очень классно. Реально очень классно. 50 жиделя, ready for more. Avatar World Unlocked. Бля, ну это было клип The Play. Класс. Просто классно, бля. 2011 год, блядь, пацаны игры делали, нахуй. Пиздец, не верится нахуй. Блин, ну надо для ютубчика, наверное, что-то сказать будет. В принципе, за сколько тут вечеров-то, блин? За 3, получается, да, я прошел. То есть первый день, 3 дня назад, 2 дня назад, считай, я играл. Где-то вообще пару часиков. Вчера часа 3, наверное, и сегодня 2 часа. Ну, то есть она не супер длинная, блин, ну, я не знаю, мне прям очень понравилась вот эта компания. Блин, так приятно, что я в это не играл в 16-м там году. Ну, в этом, в конце 17-го. Что, типа, эти гири я еще не прошел. Да, я знал сюжетные спойлеры. Я знал, что, типа, он убьет королеву. Но не все сюжетные спойлеры я знал.
Вот, но... Блин, теперь хотя бы можно по-другому на четвертую и пятую часть посмотреть, потому что так я просто в голове додумал, то есть я понимал, что типа вот локусты были остановлены, все дела. А опять же, вот допустим, кто-то не играл в третью часть, ему скажет, локусты были остановлены. Человек такой посидит, покрутит такой у виска пальцами, и подумает нахуй. А в чем остановлены? Как именно? Что произошло? Что повлекло к этим событиям? Как именно остановлены? И так далее. Ну то есть, блин, я не знаю, я прям кайфанул. Мне прям охуенно. Если ставить какую-то оценку этой игре, блин, я не знаю, понимаете? Здесь Xbox One X Enchance, то есть как бы игра 2011 года, просто, блядь, хуяка в 4К играется. И выглядит она очень круто. Для 2011 года это пиздец просто. Реклама Хохланд. Фантастика, ебать. Как бы я писал бы. Внешний вид этой игры мне очень понравилось. Я не знаю даже, что добавить. И на оценочку, ну, где-то... В принципе, к сюжетке у меня нареканий вообще нету. Даже если брать какие-то отдельные эпизоды. Ну, возможно, вот с этим, когда небоскреб был такой. Но в целом, где-то 9,5 я бы поставил, наверное, даже из 10. На данный момент, вообще, учитывая, что это завершение трилогии, на что на тот момент, учитываем, в 2011 году никто не понимал, что, типа, ну, дальше выйдет четвертая там часть, никто не знал, что Judgment выйдет, да, что пролог вот этот вот, никто этого ничего не ждал, и если, блин, ну, это как завершение серии, смотри, мне кажется, вообще на десяточку тянет, ну, блин, реально, оно прям полностью завершает все концы, рассказывает историю с отцом, и, по-моему, оно прям все делает, все, что нужно. Мне прям очень нравится. Я прям кайфанул, реально. Поэтому, наверное, так. Но это с учетом, что вы, конечно, будете играть в нее на новых консолях. Чтобы играть в 4К. Смотреть на четкие текстуры. Ну, как на четкие? Ну, имеется в виду смотреть на... четкую картинку, потому что нету никаких лесенок там и так далее, то есть все очень круто выглядит. Конечно, игра совершенно другие эмоции дает, что игра 2011 года 10-летней давности выдает такую картинку, это, конечно, просто рофл, блять. Но я не знаю, мне вот реально ни один эпизод в игре не заебал, если честно. Я даже помню, когда я вторую часть проходил первый раз, было пару эпизодов, которые мне надоели. Еще я помню, что я в четвертую начал играть и почему-то дропнул ее. Хотя потом вернулся уже спустя только 2 года, получается, или 3 даже. В четверку. И прошел ее полностью уже. Странно, почему это так получилось. Наверное, тогда что-то в другое играл просто. Но вторую я прошел сразу. Правда, не Xbox One X Enchanted, поэтому графон там был ужас. Но вот это вот, я не знаю, прям на одном дыхании, я, в принципе, реально не знаю, какой можно эпизод назвать, который мне прям реально сильно не понравился. Но вот из всех, вот я говорю, только вот с небоскребом, наверное, потому что там очень, ну, муторно туда вот это вот забираться, все дела. Финальный эпизод классный. С этими, с начальными реакторами мне не понравилось, но зато потом ты выбираешься, смотришь на этот остров, лагуна красивая такая, вообще просто вообще, что происходит? Даже не верится, что это Gears of War. И концовка мне понравилась очень, в принципе. Она классная. Вообще кайфан. Ну, что я могу сказать? На сегодня... По Gears of War это... Бля, даже вот интересно, а кто-нибудь играет вообще вот в мультик? Так, ну а тогда хантик сейчас запущу. Так, ненадолго.
посидим, я думаю, поприкалываемся. Я только название поставил другое какое-то. И название, и мое. Что еще? И категорию. Так, ну чё. Я себе быстро нашел. Только я же запустить что-то не могу все равно. Тут же надо отцептить матч. Людмила Руденко. А почему я не могу отцептить матч? Кнопки нету. Короче, я перезашел полностью. Вот теперь хотя бы есть вот это. Ливает что-то. Не хотят со мной играть. Не ливают нахуй. Еще так предупреждают и типа заставляют заново поиск делать. А если я не хочу заново нажимать, пускай сама игра нажимает. Смотри, какой-то ютубер попался.
Боже. Скорее всего, отрублюсь скоро. Да я сам скоро уже отрублюсь. Кто стримить будет тогда? С включенным Spotify. Бля, у меня сейчас шприцов нет. Мне, походу, какой-то очень опытный чувак попался. Фу-фу-фу, я сейчас пошел, начнется, держись. Я уж скоро усну. Бля, тут кого-то пиздят. Ты
У нас спасибо, давай, споки. Он так долго ревайвит. Хоть утонуть.
Идиот тупой, он наверх не ушел, короче, со мной. Ну, он вниз свалил. А, ну он убил его. Я его ранил, потому что... А, он двоих убил. Просто... Да, вот в таких случаях, конечно, дробовики нужны.